мои долгожданные, с вами просто богиня. И сегодня мы будем готовить мое любимое блюдо. Я просто с ума схожу от этого блюда. Я его обожаю, я готова платить за него любые деньги. В ресторане оно стоит очень дорого. Ну, а почему же не сделать это блюдо дома? Притом оно низкокалорийное, очень полезное и даже подойдет для сыроедов. Итак, у нас сырой лосось. Когда вы покупаете лосось в магазине и хотите его употреблять в пищу сырым, обязательно убедитесь, чтобы он был свежий. То есть он не должен быть липкий. У него должно быть практически никакого запаха. Ну, чуть-чуть рыбкой должен пахнуть, но никакого неприятного запаха. Что мы в первую очередь сделаем, это снимем с него его кожу. Обычно я делаю небольшой надрез. И это сделать очень легко на самом деле. Фу, готово! Этот кусочек мы еще промоем под проточенной водой. Промываем тщательно этот кусочек рыбки. И нашу рыбку мы нарежем маленькими кусочками. И нарезая, будем проверять, не осталось ли там косточек. Вот такими ломтиками, кусочками мы нарезаем лосось, отставляем его в сторону. И теперь будем делать маринад. Для маринада нам понадобится чеснок. Я возьму 2 ломтика. Друзья, в лососе в 100 граммах примерно 209 калорий. В этом кусочке у меня 200 грамм лосося. Это значит 418 калорий на это количество лосося. Плюс наш маринад, в который будет входить, конечно же, и подсолнечное масло, и даже мед. Итого у нас получится около 500 калорий в блюде. И поэтому это блюдо лучше употреблять утром, так как калорийность его достаточно высока. Но и полезность этого блюда очень велико. Выжимаем наш чесночок через чесночницу, пол ложечки меда, мед любой подойдет, главное настоящий, а также в наш маринад мы добавим французской горчицы, 1,5 ложечки, ну 1,5 ложечки. В этот раз я добавлю масло греческого ореха. В нем также много омега-3, как и в нашем лососе. Будет сверхвеликий омега-3. 1 большую ложку. 2 большие ложки бальзамического уксуса. Выжмем половинку лимона. Щепотку соли, щепоточку черного перца, можно чуть больше черного перца, ну и так, знаете, маленькую ложечку сушеного укропа. Вливаем блендер и наш маринад вливаем в лосось. Я буду делать это ручками, так как это блюдо буду есть я и одна, так почему бы нет. Хорошенько пожмякаем. Для эстетики, конечно, это надо делать или в перчатках, или просто ложечкой перемешивать хорошенько. Ну, для себя, любимой, не страшно и ручки испачкать. Перекладываю в небольшую емкость. И закручиваем пищевой пленочкой. Замаринованный лосось мы ставим как минимум, ну, в принципе, от 3 до 8 часов, желательно 12 часиков. Я обычно мариную его на ночь. Ночью он в холодильнике доходит, и утром блюдо готово. Я сниму и вам покажу утречком, как это будет выглядеть. Доброе утро, мои солнечные! И вот наступило это утро, мой тартар всю ночь мариновался, он приобрел вот такой вот цвет,
Сейчас он матовый. Не промаринованный тартар, он имеет такой еще, знаете, консистенцию и цвет розовый, такой более прозрачный лосось. А когда он замаринуется, он делается матовым. И сейчас я буду эту вкуснотищу кушать. А ты, друг мой, ставь лайк. Лайк. Oh my God, oh my God.